Мипарь там есть какой, мипарь. Тетчис как минимум там есть. Вообще не хочется рандома. Так за рандом еще нихуя не дают вообще никак. На ветку. Раньше ты мог потратить деньги, как тебе было угодно, а сейчас дают, блядь. Так, стоп, секунду. Где там бабочка? Ну-ка, стоять! Дайте тангусов! Дайте тангусов! Да, сейчас, да. На, держи. Слушай, Ген, а можно я руну внизу возьму? Слушайте, а что-то аппарату сделали? Почему он такой какой-то красивый весь? Окей, синий? Бери. Его рето, ремодел сделали ему. Чуть подумал на шмотки. Ой, ребят, шоколадку съел, молочко теперь подъехало. Шоколадку съел и это, да, все. Теперь молочный коктейль клубничный. Да че мне воняет в хате, я не пойму. С улицы, что ли, воняет? Пангольером. Это гондольер, да? Нет, не с улицы. Походу в хате у меня кто-то что-то. За диваном дохлый пангольер валяется. Слушайте, а мы не хотим Расту убить? Алло, Игорь. Денчик. А хотим? Какой Игорь, блядь? Какой Расту? Дагер нужен. Тут Раста, вот. Да все, поняк. Ладно. Давай. Баф. А все. Баф-то... Мы на руну быстро, баф-то. На их руну. На ихнюю. Кабач, гаси его. Игорь продал меня за руну, как обычно. Что? Еще и руну не взял. Еще и руну не взял, еб. Что? В смысле, взял? Я ихнюю взял. Почему? С своими молочными коктейлями. А почему ты 5 героев? У нас сложный вопрос. Тут и Урса, и Висп. Игорь, ты понесешь себе фласку? Чё, блять? Быстро. Нет, я не в миде. Нихуя себе придел. Не, я не понесу. А, блин, окей. Я себе щит просто хочу принести. Слышите, Урсы здесь как нет вы? Внизу, если да ну нахуй. Мы Виспа сейчас. Мы Виспа изи сейчас забираем. Кидай, кидай, Игорь, кидай. Вижен пропал. Кидаю. Окей, let's go. Опа, вот это. Все, ребят, я отпиздил Виспа, мне хватило. Я закончил. Вот еще. А, долго сейчас когда. Забей. Я до конца. Вот и конец. До конца. Покупаю стик. И вам советую. Всем по стику за мой счет. Так, а что там? За твой счет только давай. А он настакивать умеет, что ли? Да, так он. Он лох получается. Так, блять, я немного. А, блять, почему я? Не, нормально, нормально, нормально. Можно крипов добивать, Игорь? Добивай. Как мы тренировали в миду, помнишь? Да. Ну, так это в миду было, а сейчас уже другое дело. Вот этого. Ебать, копать. Не по себе. Это, мне кажется, был не. Да, чуть ли не по шансам зашел. Нет, ты мне не нужен здесь, Дэн. Без обид. Ебать, лох. Так мы сейчас убьем. Мне экспа нужна здесь, Кабач, по да? максимуму. А Висп тезрился уже. Да конечно, как где он, блядь, тезрился? Вот он тут был. Да он хуй. Что, блядь? Ну это фонд, блядь. Ну какой фонд? Ну если бы он подхилил его, мы сейчас ебались бы еще 10 лет. Ну тогда я бы сказал, сори, Кабач, я отсосал хуяку. Есть там кус вообще? Я не помогу тебе с Вифтом. Не, КД я там спала. На меня 4 стака, тебе на скорее всего земля пухом. Блять. А? Токи. А ты не похилишь меня? Ладно. Не. Ой, я думаю, что, блядь, за... что не вот так? Сейчас похилю, сейчас похилю. А, блядь, а ты его выкинул? Я выкинул. Без тампорика до сих пор играю. Я молодец, конечно. Ой, так за стиком зашел, за топором не зашел, тапок купил. Потому что мы убивали, блядь, там все закрутилось. Да, это взялось. Жестко, да, хорош. Только ты в следующий раз говори, когда выходишь, а то я с крипов бью, смотрю, ты там воюешь. Я даже не заметил, хорошо, что ты дрался. А, Дэн, не мог бы ты вернуться, я... потому что нас, так сказать, ебут в рот. Но я выебал низ, сейчас выебу мид, и как бы это... Ребята, я могу использовать курочку или нет? Потому что я к секретному магазину не зайду. Спасибо, Гэн. Нашего, нашего. Не-не-не.
Мне надо кур. А у тебя нет такой лёбан. Ну не мисуй, не мисуй, брат! Хорошо. Бля, так, как всё выебано. Охуенно стоять, конечно. Я иду, иду, все. Мисс выебан, мисс выебан. Скорее всего, если ничего будет выебываться. Он с ботом. Что, не уверен. А у него один чардж. Риус. А я выхожу на виспа, там есть эта помощь? Бимич. Да. Можем урсу как бы мне поебать вообще? Ну еби. Так кого-то, и потом резко на виспа. Резко на виспа. На виспа резко. А ты бафнул кабач? Ага, бафнул. А чё он не забил? Да. Жёстко. Надо тангус? Да. Задушили. Спасибо. Вот это прыг подъехал. Руна снизу высочу. Снизу руна, да. Я пойду возьму. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты чё? Ничего. Не плачь, Игорь. Ну ты получаю. Я возьму курицу, мне похуй, извините. Я могу тебе что-то принести. Хил приноси. Тангус давай. Совсем много хочешь. Да в смысле, блять? А попить что-нибудь? А попить я молочко буду пить. Там? Нужен вард? Сейчас глоток ботла был или ты глотнул? Глотнул. Молочко глотнул. Да, вард сейчас поставлю. Короче, Игорь без обид. У тебя сейчас начинаются тяжелые времена. Ты чё, хочешь убить попробовать? Нахуй ты, блядь, делаешь, уёбок. Давай, я могу подбайтить даже. Ребят, очень тяжелые времена начинаются. Все, как говорил Кабач. Все, как рассказывал Кабач. О, а чё ты... Нет, ты чё-то ошибся, мне кажется. Нет? Ну ты дерись же, ну ты чего? Ну Денчик! Ну что? Так я знаю, ты пошел по тауэр без репелла, без ничего. Нормально всё у тебя, бабочка? Так а зачем он мне? Просто дерись с ними. Ну да, там сетка, хекс, как бы. Ну и что? Зачем? Там нет короче... фикса. У Гена дефолтная катка. Он чертов левел 3, там нет. Зачем в лес побежит? Ладно. Так а что мне делать против панды? Ген, не-не-не, я не прав. Сейчас эхо слушает. Да у него ульт там, мы его не ёбнем. А нет. Так, Гена, попробуй, попытка не пытка. Ой, идите нахуй. Ну давай разведем. Смысл, у меня не было на второй даже. А вот арканы дал бы мне, конечно, кайфово было бы. А кто же знал? Ты ж ничего не сказал, ты руну так взял. Так я говорю, у меня маны нету. Кто ты же руну взял, как у тебя маны нету. Слушай, бабочка, ты хочешь дебаться этого человека? У меня нету. Да? Короче, кто-нибудь где-нибудь доебитесь, пожалуйста, я нажму ульту и мы кого-то убьем. Банда без ульты, короче, все. Развели. Ну я могу до него доебаться прямо сейчас, хочешь? Он левел что-то. Так вот смотри, доебался. Ты очень хуёво доёбнешь. Я это доебался. И чё, блядь, не? Хочешь я драстика доебусь? Давай, да. Ну походу тебе надо доебаться. Да, доебался. Нет, Денчик. Да он меня видел, походу, да. Я с тобой больше не дружу, и иди Гену помогай в миде. Не-не, я по тауру не пойду с тобой. Чётко, кабач. Ну всё, раз не пойдёшь, иди к Гену. Вот это мы профессионалы. Просто чемпионы. Дэн, возвращайся на топ, пожалуйста. Нас ебут, урса с виспом. Как, блядь, ставить против этой хуйни, есть инфа? Вас ебут 2-0-3, у кабача там не хуже отца. Ну, у меня 22 крипа на 7 минуте, 8. Виспин. Я иду помогать. Виспа. Понятно. Сансукан. Бля. Отличный кучело. Найс. Nice. Блять, ну это просто не смешно. Чё до моего кэрри доёбываешься? Вообще не смешно то, что Ради начинает играть, поэтому начинается минсуши. Грабит. Блять, он явно хочет что-то. Хочет. Пиделей, я иду. Да, пиделей хочет. На тангус. Там господин Вис пришел. Да, а чё за вопросы, блять? Ебем его? Быстро, баф есть? Нет?
Нету, нету маны. Но Урса там в дерьме. Они вот оба в дерьме. Дерьме. Там ГН пошел руну собирать. Да, оба твои, оба твои. Вангалер в топе. Вангалер! Одна тычка. Боже мой. Бля, Игорь, мне кажется, это ошибка была прям. Блять, почему их 5 на топе? 5 человек! XX5? Чик нас кинул, а нас эти игры заебали на топе. Не стыдно тебе? Ну вот честно. Я сдох, блять, какой. А там 5 героев было. Ну а ты пришел, когда их уже 5. Надо было до этого, когда Сурса ебал с виском. Там Урсы душку я уже. Она скоро блинк себе купит. Блять, не успел хильнуть. О, хочу что не сказать. А там этот бежит еще на банде. Спа надо ебать как-то. Не, надо сейчас помпан. Опа, здорово. Вам пизда, парни. Ну, как сказать, нам просыпну просто. Походим. Если никого тут не убьют, это такой фиаско. Блять, почему на меня прокнуло, это фиаско. Давай, брат. О, баунти. Второй тоже ВДН уебывается, да? Ага. Ты бегаю, блять, бунтас собираю. Ёбаная бабриха. Блять, Гэн, ну ты пиздец не прав. Я еще на топ поглядывал, думал, ты поев ебать, а ты так мутишь. Сори. Там сейчас мид будет с вардами ломать. У нас есть? Очень дэф? Жаль. Да, я по дефу, наверное. Надо, чтобы он варды только поставил. Он, наверное, сейчас ебет. Думал, что он ебёт? Опа, ебал. Панда с ультом ещё идёт. А чё, не хотят, они вообще охуели или чё? Ну, панда с ультом. Я лотар летит. Вкурял лотар. Вижен, 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 вижен. Тут она. Опа-ча! Мы ебёмся тут или... Помогите, блядь! Надо блять. Ой. Ну, Гэна заметно. Гэнстрики вот эти гэнстрики.
А нормально, ты нормально, кто парень. Такой? Ребят, ну это конвейер, блядь. Сэбл байт. Кабач, ебаш его. Кабач просто придавил его своей тушенкой. И тавр туда же. Тушенкой? Да. С говядиной? Пойдемте на шрайн. Кабач, а не мог бы ты пожертвовать мне ТП свое? Это очень важно. Ген, не смотри, пожалуйста, вниз. Блять, знаете вас? Слышите, а что это за урса? Ребят, вам вообще посрать, что ли? Я не знаю. Я въебал его, а что-то. Два чела чисто стоят. Башню бьют. Да пошел ты! Что за хуйня? Просто доебать. Да убейте его. Он умер. Оставили бы мне, вы что, пьяные? Еще чуть. Ребят, ты знаешь, как в этой ситуации действует. А, не. У меня вот так. Ебать задр. Агрон не умеешь на сэфе. Ебешь, пиздец. А есть помочь чуть-чуть хотя бы. Бля, ну вы все, я с вами больше не играю. Ни с одним, ни со вторым. Этот, блядь, взял, улетел просто. Фу, вообще так. Так у меня ульта, я там визу пришел и... У меня ульта летит, уже, да, там... уже с тримета получается не играет. У меня вот так вот. А почему у Флоры панда? Я физ подхилил. А. Нихуя себе. Ты их сейвишь, помогаешь им, а они тебя кидают. Так ты сейвил не меня, ты сейвил кого-то другого. Так что... Так ты вообще не присутствовал. Ты вообще хер на Урсу даже положил там. В смысле, я её убил. Потом Варт затонял. Тоже... Да нет, там Урса... Не сдох теперь с ним. Не сдох. Так вот, блядь. Ладно, не снизу. У тебя 17 стиков, я бегу пешком. Давай убьем ее. Окей, давай. Только, блядь, тут может быть хуево. Еби его. Оставь меня, умоляю, я, блядь. Дай бог здоровья. На шрайн хотим. Да, нет, мне урон дали. Не зачем надо. Тебе на шрайн? Я топ кач. На шрайн, дилер ты. Они думали, что я жертва, но я охотник. Не, ну в себе хит был вообще, сейчас это очень... Я кинул вниз ульту, бля, рано. Да, Ген там сам справляется. Что бы вы выбрали, 5 хп реген или дизалайт дэмэдж 15? Дизалайт дэмэдж. Дизалайт, бро. Я вангард, тем более, нахер тебе вообще. Ну я, типа, вообще буду неубиваемый тогда. Ладно, хуй на вас. Это очень мало. Регена только. Да, типа... Это не мало, типа, это нормально. Крипов бить. Смотри, он опять идет, слышишь, Игорь? Ну, Растика 4-3, он центрик поставил сюда. Игорь, давай его убьем, Игорь. Чем? Смотри, он идет сюда, он идет сюда. Иду. Ну, далековато бегу. Ну, как только, так сразу. Блять, жадный пидорас. Там висп еще летит, ребят. Тут еще под гальер, я. Доедай. Знает, ага. Уйди нахуй. Блять, как он заебал, это просто... Да, бабочка, как сам себя отныне. Там еще пандуль там. Это спейс, бабочка, ты чемпион. Ты просто чемпион. Да пошел ты, блять. Да ты все правильно делаешь. Урса бежит, беги, кабач, беги, просто спасайся. Я спас. You was lucky to be alive. Ой, Ген, чемпион, вот это щетка была. Ты можешь даже сдохнуть. Блять, это грубо звучало. В смысле, ты сделал свою работу. Плюс сакер. Бля, у меня такое чувство, как будто это играет минут 25 минимум. А всего 17 минута. И чё, получается, на 25-й сакер купил? Да. Пиздец, рак. Да я что-то фармлю 10 лет по лесам. Вот посмотри, что я делаю в лесах, потому что Ген пиздец или нет. Кабач. Я вообще ничего не пизжу. Докатиться до уровня Гена. Ну пожалуйста, блять, мердианс надо. Это важный артефакт. Стратегически важный даже, я бы сказал. Все равно взял без... Я возьму это. А за...
Ох ты, меня пангольер бьет. А ульту? Ага. Спасибо, Кабач, брат. Не умирай, нет. Ну я все. Стана нет? Ой. А, я тоже все. Тут Ген. Жданчик приехал. Там у виспа только просветка. О, они улетели. Они улетели, кстати. Гена, ты их смотри, да, что-то разъебывать, я такой красивый и ворвусь ульта. А, окей, я иду тогда. Ну, так ты по мне успеешь. Сейчас смотрю. Вот этого успею. Так ты уже можешь убивать. Давай. 4 хп у панелера. Бам. Давай это тоже а тебе, кто такой, блядь? Гена нужна помощь. Еби вот только. Отпускай. Давай баш, все. У меня ульты нет. Блять, я его не догоняю. Тогда этого ебану без него, тоже медведь. Одна хуйня. Ай, нормально. Красиво, Гэн. Смотри, твоя иллюзия. Давай, я даю дагер. Дамаш. Блять. Дамаш. Тут еще пандыч. А что он танцует? Смотри, он ульта прат поймал. Ебать ему плохо. Да ешь его. Блять, Гэн. Боже мой, что за игра иллюзии. Вообще контролил ими? Там же иллюзии есть. Не, я не контролил ими. Последний килл не контролил. Че тебе дать? Мана. Сейчас там. Мана. Это Урса, Игорь. Это Мишка. Мишутка. Барни. Можешь поцеловать мой зад. Я мог так делать ТП, слава богу. Бабалите? Всем пока. Зря. Тосик номер раз. Блин, вот книжку ты вообще не прав, что ты решишь. Кто я? Я не врал. Ардианс не резали? У меня такое чувство, будто он 70 бил когда-то. Не, он нет. 50 бил, как когда-то. Ну ладно. Вот, прям сделали 60 и на иллюзиях 40. А там центрика не было? Давайте не менял. Там только опс. Игорь. Ген, да. Там реген лежит. А, возьму. Смотри, там Урси тут. Кабач, помоги чуть-чуть. Да. Ой, Ген, Баба Бен. Да. Стоп, а я не попал? А, Галер умер, все окей. Мангольер. Ту-ту-ту. Вот как думаете, на меня полетит висп с Мишуткой? Что мне делать? Под себя хуйню ставить. АФК вставать. Спеть им песню про плюшевую мишку. Если я нажму, то мне кажется, от них... А, ну да, успеешь. Там без пуль второй лав. Должен спеть. Да ты от них убежать, мне кажется, можешь. Под вторым спулом. Блять, они без виспа полетели. Только его надо наперед немного ставить. Ты при убежать должен же. Катиться как по льду. Да, ну ты катишься, а он еще замедляется. А-а-а, жестко. Я реально пошел читать, ну что его переделали. А, возьму, зачем тебе Дэн? В смысле, мне надо, не-не-не, давай-ка без этого. Зачем тебе? Ты скиллы. Ты даже ничего не используешь пока. Конечно. Я в мид накинул, но она, скорее всего, не успеет долететь. Зачем ты меня накинул? Если знаешь, что не успеет долететь. Дэн, вот ты доволен собой? Пять героев, да, доволен. А знаешь, почему ты пошел туда? Потому что ты взял руну, которая зафорсила тебя туда идти. Я бы так туда пошел. То, что там 5 героев, это, конечно... И у них здесь вард, скорее всего, я так полагаю. Ту-ру-ту.
Хорошо, да, я сейчас убью урса, говорит, а я говорю ей воронку тебе в рот. У меня только вот это вот есть, прокомментировать это. Ну воронка, такой спелл, понимаешь? Воронка. Бля, я что-то нажал на растика, мне такой жалко. У него нихуя нет. Чё, он прям голый? Нихуя, да. Вань, ну завязывай, ну ты чё? Ну, это моё. Да ты хардер. И чё? А я против С2. Да они чё, рофлят что ли? Чё, у тебя реально везде варды? Я должен воровать. Нет. А ульти, утонёшь, убьёшь троих? Я в Испанию убью там, там каких троих? Я не убью там троих. Там без ульта обратно. Если он был праймал, сплит был парень. Если бы он был под ней, то я бы ультанул, а так, excuse me. Я панду на ульту развел, мы будем что-то делать? Да. Я буду фармить. Фармим дальше. Блядь, зачем я медас не купил? Ты не купил медас на праде, серьезно? Я тоже об этом думаю. Ясно. Да все, все, ушла спектра, не жопся, Радианс. Блять, я понял тебя! Без обид. Но Гондолер умер. Калькулей этот! Калькулей этот килл. Как ты, блядь, его убил? Радиансом. Радиансом? И дисперсии еще. Воруешь фрайм. Может, сами заберем Рошана, чё? Чё он стоит выпендривать? Шо он нахуй? Плюс. Пом, качаемся нормально и все. Зачем что-то делать, если так все заебись? Вон бабочка у Гена. У меня вот так вот. Это так все идеи эти пизды дадут. Лучше за Геном. Хотя за Геном тоже хуево. На фантом нажми, наш. Кидай ульты. Ну, я давай дам тебе контроль. Мне? А я тут при чем? Да просто на базу встань и все. Ладно, здесь меня не кик. Кидай контроль, герой, чтобы герой, мы герой, ульты кидали. Всем дал. Да. Все, еще приду. Сука, пошел нафидел. Слави. И мал их морды. Просто пошел и сдох 1 в 5. Это реально протест. Я думал, ты поможешь. Блять, кто ульт зафейлил? Бля, кидайте нормальные ульты, а не под балды, блять. Реально можно убивать через ульты правда. Я хотел кинуть ульт, но кто-то нажал еще раз, походу, второй раз. Нет, это ты кинул. Я первый нажал, он летел, и ты его просто взорвал. Наебал, он попахивает. Так, блядь, давайте пройдем расследование. Алло, я нажал в мид, он уже здесь летел. Я точно что нажимал доказательства на стриме. Кабач, там тобой плохо пользуется. Ну все, я заберу это. Плохо пользуйтесь. Кабач, вот снизу смотри. Какая сладкая булка. Погоди, я накинул. Блядь. Короче, блядь. Ты, блядь, спалился на крипах. Так он уходит уже, он уже уходил. Я не виноват. Ты что, дурак? Так он тебя увидел и убежал. Монтуж мне. Какой, блядь, монтуж? Тебе пизда. Ее нельзя мочить. Какой, блядь, пизда, 1.5 могу ебать. Так жать-то можно? В магазине, типа, открыл магаз и нажал.
Бля, что же Рошана забрали? Да. Да, Рошана забрали. Что-то как-то вы это говорите? Как? Под Богом. А как мы должны это говорить? Нормально. Ну, мы нормально говорим. О, слушайте, я второго Рошана нашел, парни. Уже резался? Найс. Так что тебе Рошан дался? Может быть, как потом забрать его второго Рошана? Так это деньга и экспа мне. Ты туда стакал их, походу, когда? Ой, там Ген еб... А, Денчик ебать. Вардов не было в этот раз? Нормально все? Вардов не было, повезло. У всех веселая игра. Я думал, Мидас тоже покупать. Я тоже, да, уже так жалею об этом. Ебать. Протианс работает на драконов. Почему? Они же восприимчивы к магии, или им иммун вернули? Это Эншент. На Эншентов не работает. На Эншентов вообще не на критичных не работает. Хуёво. Дэнчик, я помог нам вот так вот. Дэн, волшебное слово. Варды, блин. Что-что? Зато ты был храбрый. Предковыди смерти. Предковыди смерти должен говорить это. Сейчас я ебал их в рот. О, кстати, нихуя себе. Жестко. А в какой момент мы поймем, что мы сильные? Когда нажму ульту и убью пятерых. Нечего будет фармить. Так ты ее не жмешь. Жми, блять. Так сейчас я их не убью, я и так знаю. Смотри снизу. Кинь по нему ульту, и я его ебану. Давай, кидай. Ясно. Ну ладно. Понятно. Там смешно, что он уебал. Ты, блядь, нажмешь ульту? Да. И чё ты ждал? А, в смысле, чё ждал? О, панда. Откуда она? Та тут бежала. Слушай, чё ждал? Так я туда прилечу, и он меня булыжником своим. Всё, иллюзия разъебала его. Так она бы не ударила. Так а закончим? Пойдём, парни. Пошли. Не, рано ещё, точно. Я готов? Пару слухов. Я тоже готов. И урна моя готова. Варды ебать! Или как там надо? Ебало их варды. Ебало их варды. О, у нас бабочка есть. Я чё-то забыл про Омника. Воу-воу-воу. Ну, блядь, ульта в одного это не серьезно. Вот, давайте. Не очень-то и страшно. Блядь, серьезно? Вот я... О, он просто... Да, блядь, заезжал в скилл вас и убил меня. Ген, хотим 2 в 5 поеба... Да не, у меня ульты нет. Я тоже пойду, пожалуй. Попробуй 1 в 5. Не-не, у меня нет нихуя. Если бы была ульта и манта, я бы мог поебашиться и отъебать их. А так нет, забит. Да кого бы ты ебал? Не, плюс-плюс, если бы у меня тоже это было, я бы тоже поймал сейчас. Ну, манты у тебя точно, гад, не могло бы быть. Почему? Ну, я хотел купить, но передумал. Вот пангольер, 1200 урона, вот, да. Жёсткий он. Мне 59 он, но нет. Ой, ребят, без обид. Слушайте, Мидас никогда не поздно покупать, правильно же? Хотя, наверное, ёбком буду, да? Ладно, так, докачаю. Не буду ёбком. Ебать, что-то экспы много дается на 24-м, это вообще нормально? А чё за хуйня? Тосу не нужен таргет, я типа просто кидаюсь куда хочешь? Да, на землю. Не, на землю кидаешь людей. Тос куда не надо таргет? Какую точку? Всё, понял. Ребят, книга выкладывай на базе. Кто спел, тот съел. Рошана? Не успели мы Рошана забрать. Жаль. Ребят, я буду рофлить с них. Забит.
У меня дисперсия, плюс эта хуйня. Мне кажется, это нормально будут трофы. Я тебе могу еще дать медальку плюс Crimson Guard, и ну, ты можешь просто ты идти вперед. Помогу. Блять, единственное хуевое, то, что там этот блядский, ну вы поняли, крысопёс, высасывает ману моментально. Я типа одноразовый получаюсь в файте. Он две сутки ману высасывает. Но он еще пиздит там туда-сюда. Смотри, я трачу на ульту 150, потом на манту. Пошли прям 125 по прямой. На это. И он высосал уже минус половины. Поверх, ты идешь, пошли, на... вниз сомали, поверх, пойдем. По прямой прямо. Поверх, поверх. Так я-то два хочу взять только. О, смотри, гондольер идет, смотри, Игорь. Вот видишь, что он делает? Да, вижу. О, он въебал льду. Смотри. Нажал, да? А медальку на меня. Дал. А, я в хексе, подожди. Так тут нормальные рофлы, ребят, получаются. Это, кстати, последний помпанда. Ну что, ты убил ультой? Всех. А помощь будет? Я пойду. Если чуть отойдешь, я тебе дам. Иди сюда, я тебя похилю. Блять. Куда сюда, блять? Ты блядь. Где вообще есть? Давай, давай. Хиль-хиль-хиль. Бля, похиль меня лучше. Спасибо. С умником стою рядом. На пизда. Бля, видели, как демедж залетает? Если бы у меня было побольше хп. Ты с ультой был! Ты с... Да не был. Блять. Ты перепрыгнул. Я в ахуе. Да не было ульты, 2 секунды было когда. 2 секунды было. Нормально там эта хуйня покаталась, просто Дэн взял разъебал. В таких ситуациях, когда можно говорить, ты, как там это, наигрался хуй на скрипке. Да, блять. Давай свою фразу. Барды, блять. Ну это тос не кидается, я выучил ту хуйню, блять. Знаете, дерево, блять. Скобач, ебаный в рот. Я помог. А, блять, я не тот талант взял. Сильно. Ребята, встану, они лягут. Хотя? Это не точно. Короче, бабочка, нужна будет твоя помощь, я хочу 1-5 разъебать. Ты сможешь помочь мне? Да, да, смогу. 1-5, но надо помочь, да? Да, да. Но он меня типа подбафает. И все, я разъебу. Но он драться не будет, он будет просто стоять. Не, в смысле, серьезно. А, кто-то еще крус моим. Подходи, подходи, дам все, что могу. Че я Растика не уебал? Кто-то крус моим бык проебал, да? Я не въебывал ничего. Не, я тоже не брал куру. Не моя кура. Кто брал? Оп, могу кабач. Думал, я тралю тебя? Я реально помог. Да. Идите это, замутите и тимфайт. Я ультану, они все умрут. Я душу. Душу набью и приду. Окей. Что тебе надо будет медальку дать, да? Так, это у меня. Crimson Guard. Да, да, да. Репел, да? Да. У меня 30 рефлекта, блять. Это ебануться же можно. Плюс радик, плюс блейдмейл. Там должны все умирать. То хп что-то у меня маловато. О, книжка. Че, блять, ебанулся? Так я давно ее скинул, вы че, пьяные? О, там левает чел. Опа. Видели армор синий вообще, кстати? Чисто между. Ноль. Ну у него ноль же агилы. А, у него агилы просто ноль. Очевидно. Прикольно. Да. Хороший герыч. Плохой, да. Ты только делаешь глоток. Ты озвучил рекламу? Да. Видимо, нет. Не, я вот глоток делал, озвучку. Окей. Ян Майнер. Мне интересно. Чё они вообще думали, когда, типа, добавили это дерево и думают, блять, ну, наверное, теперь Тини будет очень сильным, давай мы вообще агилу нахуй уберем. Ну да, давай. Прикольно. Чё? Они убили Тини как кэрри вообще. Просто закопали его. Почему? Сверху накинули на него. Ну, он отстой, наверное, не бьёт с руки сейчас. Так под у дерева кончается. Ну, у тебя 5 ударов, 6, там сколько и всё. 6? 6 ударов, 5 секунд КД.
Ну, блядь, в тимфайте бежать с деревом, это полное дерьмо. Нет, ну... нет, да, ты врываешься в тимфайт с деревом. Бабочка, тебе главное... больше 6 ударов в тимфайте, по сути, не надо. Бабочка, главное не спеши давать свои кримсоны. Давай его именно на меня, когда я прилетаю. Это важно. Так, все, я рейди, го? Да. Начните. Дай, го-го. Начните. А у меня нет БКБ, я не могу начать. Я тоже, она в курице умерла. Я 25-й хочу, ребят. Мне чуть-чуть осталось прям, смотрите. А что у тебя вот еще меньше осталось. Да. Хил дополнительный ты возьмешь или что там? Да, хил возьму. Хил. Хил это круто. Всем советую. Так идите заинициируйте, кто там? Ну гоу, гоу, просто дай мне репел тогда. Дай ему просто репел и все. Я могу. Я Игорю. Да мне не надо репел, мне репел не надо. Репел гляну. Че, прям пойдешь? Ну на. Блять. Ну, ну ебаный в рот, блядь. Я на весь паблик пошел. Да, я отдал тебе чуть-чуть. Я начинаю грязь. Готов. Ульту, только нажми, ульту, нажми! Ну я в сетке стою, какую ульту? Меня поймали. Я летаю. Почему-то я знал, что это закончится. Меня сетку взяли, ну типа, ты не байтишь на себя магией своей. Даже 4, даже 5, можно сказать, в один не... Ой, 5 в 5 не смог разъебать. Ты хочешь один разъебать, как ты? Репел будет? Да. Бля, просто пангалер прыгает и просто с моим нолером ора просто мне ебу ломает. Ой, блядь. Чё-то Гену как-то поебать, по-моему. Да, Денчик, сколько реально тебе прям по 0 армору жестко влетает. Просто жестко что-то влетает, я... Ребят, вот прошлая это... катка была веселая, а это хуёвая. Да не, нормальная вроде. Нет. Четвертая победа из 20 игр на SF. Здорово, спасибо за рисовать, Алина. Ну, SF, я сейчас смотрю, вообще неплохой такой атак спид, да, становится с МКБ снова. У меня счет неплохой, кстати, можно посмотреть. Прям чу-чу-чу-чу-чу. А, бабочка, ты с ультом, да? Выиграл. Я сейчас стану. Что? Блять, Ген не делает этого. Да, я с ультом. Ну, Ген. А у тебя ульта будет? Да, да. Не убивай, Ген, Ген, не убивай базу, не убивай базу. 8 секунд у меня, 7, 6. Я сейчас полечу. Давай. Не убивайте только, не бейте. Я должен соло их убить, алло. Все, полетел. Вот я. На, иди. Воюй. Что-то пока что... Соляна выиграл. Соло убил. Да, да. Стой да, под фонтан, да, стой. Да, под фонтан стоит. Так он сильно бьет. Ну ты бесполезный вообще. Да, Игорь соляру. Ну под кримсоном ты вообще, наверное, никого не пробиваем. Я очень сильно шокирован, ребят, этой каткой, особенно Гэном.